Сегодня стали известны имена победителей регионального чемпионата WorldSkills. Это соревнование – отборочный этап национального конкурса. Он основан на мировых стандартах и призван повысить профессиональное мастерство молодых специалистов в рабочих специальностях. В течение нескольких дней школьники демонстрировали свои умения в 14 компетенциях. Организаторы отмечают, WorldSkills – это отличная возможность зарекомендовать себя будущему работодателю. Мы сотрудничаем с индустриально-технологическим колледжем, предоставляем студентам для прохождения практики трудовые места. Мы заинтересованы, чтобы перспективная молодежь шла в строительную отрасль. Победители войдут в региональную сборную КОМИ и примут участие в дальнейших соревнованиях национального чемпионата 2018 года.